3 человека погибли в крушении вертолета в Алуштинском регионе Крыма. Вертолет марки «Робинсон» летел из Ялты в Белогорск. Сообщение об аварии поступило к спасателям в 9:45 по московскому времени. Погибли пилот Руслан Измаилов и пассажиры, глава кинокомпании «Союз Маринс Групп», продюсер, актер Александр Куликов и его помощница Мария Суслова. Тела пассажиров были найдены в салоне пилота позже в 150 метрах от падения хвостовой части вертолета. Куликов выступил продюсером фильма «V3D» и сериала «Морпехи», где исполнил эпизодическую роль. Он также снимался в картине «Быть или не быть» режиссера Алексея Петрухина, был сценаристом, автором и исполнителем песен. К тому же компания Куликова «Союз Маринс Групп» занималась не только кинопроизводством, но и строительством, управлением объектами недвижимости и сельским хозяйством. Причины крушения вертолета пока не установлены.